О, я бачу, ви не одні. Я сьогодні з Олегом Кашиним, це російський журналіст, який живе у вигнанні з Росії, бо там дуже чудова свобода слова. Я думаю, він сам розповість про це декілька слів. Але трохи новин сьогодні з Донецька. Зранку наші журналісти були біля будинку адміністрації обласної, вони там побачили озброєних людей. Але Олег там також був, він розповість свою історію, що там відбувається. До самого будинку журналістів не пропускають, запитують, якого вони видання, і якщо у вас є російський паспорт або посвідчення російського журналіста, то лише тоді вони пропускають журналістів всередину після ретельної перевірки. Журналістів також перевіряють, що у них знаходиться, які відео зняті матеріали на їх камерах, і після цього ще обшукують їх сумки і так далі. І тільки тоді, після ретельного обшуку, вони з ними починають спілкуватись. Всі люди знаходяться в балаклавах. Наперед будинком адміністрації зранку знаходилось приблизно десь 50-70 осіб. Люди постійно проходять, відходять, тому що це центр міста, і люди йдуть на роботу. Це такий там дуже великий трафік людей. Всередині будинку Олег розповість більш детально, але як вчора повідомляв секретар Донецької міської ради Сергій Богачов про те, що там знаходиться нібито 2000 осіб, насправді там немає 2000 осіб, там, ну, я так зрозумів, що десь біля декількох сотень. Ну, якщо можна, тоді Олега послухаємо зараз, так? Так, так. Олег, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, была информация о том, что внутри в Донецкой администрации областной. Да, есть гранаты и оружие, скажем так. Вы знаете, я не видел ни гранат, ни автоматов, ни вот этого оружия такого армейского, легального. Там очень много самооборонного оружия, местами даже комичного. То есть вот я выложил в Твиттере «Спутник и погром», собственно, издание, которое меня сюда пригласило. Я выложил в Твиттере видео, где, там, допустим, бегает человек с надетой на стальную палку елочной такой игрушкой, шпилем, вот, и показывает, как он мастер кунг-фу, может с этой штукой как-то делать. И видел пневматическое и травматическое оружие, пистолеты, которые стреляют дробью, дробь тоже видел, и, ну, там, они говорят, что даже если в глаз стрелять, убить нельзя, я, опять же, не специалист, не понимаю. Плюс бейсбольные биты, арматура, вот какие-то такие вещи, которыми можно драться, но вот именно автоматов, гранат не видел, хотя ходил по многим этажам здания, и там могу подтвердить, что действительно обыскивают. У меня 4 раза спрашивали паспорт, и только потому, что он российский, меня пропускали дальше, потому что они очень боятся почему-то украинской прессы, и боятся, ну, то есть главное, вот, на что нацелена охрана этого здания, да, они боятся, что люди какие-то под видом прессы будут заходить в здание и оставаться, и вот там, когда соберется очень много таких людей внутри, они могут как-то изнутри все это дело там подорвать или как-то помешать им оборонять здание. Но в целом, как раз, что могу опровергнуть, потому что вот очень с многими внутри общался, большая часть, тотальное большинство, там это жители Донбасса, там на баррикадах такие уголки по землячествам, Янакиево, Горловка, Торез, если не ошибаюсь, такой город. То есть люди, тоже, что меня поразило, и не понимаю я, да, что фиксированного какого-то лидера нет. То есть я видел, заседает некий штаб на втором этаже, какие-то такие люди, не похожие на политиков, скажем так, похожие больше там на частных охранников. Вот, но что это за штаб, мне не сказали, и насколько они ему подчиняются. И, ну, как раз вот производит впечатление такой умеренно хаотичной истории, да, то есть ни иерархии, ничего такого скорее нет. Просто вот такие разрозненные, разношерстные люди совершенно. Олег, может быть, это будет для вас риторический вопрос, который не нуждается в ответе. Скажите, пожалуйста, почему вы сейчас в Украине, и что вы знаете, может быть, о том, где находится наш бывший президент Виктор Янукович и министр внутренних дел Захарченко?
Ну, если смотрите, у вас такая информация. Я так же, как вы, наблюдаю за всем этим как потребитель, как считатель. И понятно, что Янукович находится, видимо, в Московской области, в Одинцовском районе, в Барвихе, а вовсе не в Ростове, куда его привозят регулярно. То есть мы все это отслеживаем по трекингу авиарейсов, когда перед каждым выступлением ростовским Януковича из Подмосковья туда летит частный джет. Вот. Но у меня как раз, я писал об этом, у меня ощущение, что Януковича как раз пытают и заставляют изображать идиота, да, и делать эти заявления, потому что я не могу представить, да, что даже если ты там беглый президент, что ты можешь себя так вести. И я уверен даже, что эти его идиотские оговорки, что он там не использовал золотой батон, да, или то, что Украина наш партнер, их тоже он там разучивает перед зеркалом. И вот он повторяет перед зеркалом: я жив, я жив, я жив, и его бьют, если он плохо это изображает, да. А что вы знаете про министра Захарченко? Да, то есть он появился... Только то, что он в России, да, в России, да? Конечно. Угу. Не в Подмосковье тоже? Случайно? Нет, вы знаете, просто про этот дом, который там люди Януковича купили на Рублевке, видимо, это правда, потому что люди, которые это писали, я их знаю лично, и они вряд ли будут врать. И вся эта группа Януковича, она крутилась вначале тоже, по иронии судьбы, в гостинице «Украина», в нашей московской дорогой, наверное, одной из самых. Вот. И потом как-то они все осели, вот говорят «Барвиха, Барвиха». То есть вот сленговое выражение «Барвиха» в значении Януковича слышал много раз. Скажите еще, Олег, почему вы сейчас в Луганске? Потому что... В Донецке. В Донецке, я прошу прощения. Там сейчас и Тимур Олевский, корреспондент «Дождя». Да, было смешно. Меня вчера тоже там, пошлый момент пересказывает таксистов. Меня вчера везла таксистка, женщина, и она говорит: а вот приехал Тимур с «Дождя», представляете? О, Тимур, Тимур. То есть я его не видел, но я знаю, что он в городе. Да, много прессы здесь, я «Аль-Джазиру» даже видел. Вот, потому что, ну, опять же, мы научены опытом Крыма. Я тоже был в Крыму, когда образовалось это правительство Аксенова под присмотром вежливых людей. Вот, я ехал сюда, понимая, что это не Крым, и что если там можно было просто вот так прийти и поставить этого нового премьера, потому что Крым это, ну, все-таки такая, ну, по сути, пустыня, да, там нету ни богатых местных олигархов, которые бы как-то на что-то влияли, там нету серьезной политики, там нету вообще ничего, а Донецк это все-таки не Крым, и я понимаю тоже там уже по всеобщим отзывам, да, что без там финального слова от имени Рената Ахметова, допустим, да, в городе не произойдет ничего и в области. И тоже, что меня вот как, не знаю, как россиянина поразило прямо, вот да, есть эта администрация. Вокруг там баррикады, бегают люди и так далее. И ездят коммунальные машины, которые чистят тротуар, то есть как бы вот город и мэрия работает, и вот по сути как бы так показывает, что она, по крайней мере, взаимодействует с этими баррикадными людьми. Здравствуйте. Скажите еще, Олег, как эта ситуация похожа, ну, которая сейчас в Донецке, как она похожа на ту, которая происходила в Крыму? И... Не похоже, потому что в Крыму с самого начала возникли эти военные в неопознанной форме, и они стали властью прежде всего, то есть еще до референдума, еще до даже избрания Аксенова. Этих людей нет, и я не представляю, как они могут высадиться в этом городе, да, потому что все-таки это формально, да, в Крыму, да, Черноморский флот, его присутствие было российское, было отрегулировано международными договоренностями. Если сегодня здесь появится российская армия даже в виде каких-то неопознанных людей, то это будет уже вот такой жесткий мировой скандал-конфликт, которого, я думаю, Путин побоится. И более того, тоже такой, может быть, иронический момент. Мы за 15 лет жизни при Путине уже можем выучить какую-то его повадку. И он всегда склонен к такой конспирации, и если мы чего-то от него ждем, то этого не произойдет никогда. Поэтому чем больше разговоров о вторжении российском, тем как раз меньше в него можно верить, мне кажется. Спасибо вам, Олег, и Алексею передайте нашу благодарность за включение. И мы продолжим наш информативный выпуск. Олексію, ви ще хочете щось доповнити? Так, сьогодні у нас за півгодини відбудеться прес-конференція спільна колишнього губернатора Шишацького, а нині це голова обласної ради, і народного депутата Миколи Левченка, який був присутній з Ахметовим на переговорах нічних
позавчора біля адміністрації. І на це вони вперше з'являться о двох, бо між ними є конфлікт певний інтересів, тому що є така думка, що Микола Левченка лобіює свою людину на посаду голови обласної ради. А так як Шишацький вийшов з лав партії регіонів, то його зараз намагаються звідти прибрати. І засідання фракції партії регіонів, яке відбувалось минулого тижня, було фактично зірвано завдяки тим діям Шишацького, які він використовує. До речі, він зараз вже прийшов сюди, можемо його про щось запитати, якщо хочете. Олексій, у нас ще до вас є одне запитання, таке, це блискавка новина з'явилася, що МВД, МВС, власне, тобто міністр Арсен Аваков обіцяє врегулювати ситуацію, яка склалася у Донецьку, тобто на сході взагалом, на східному кордоні України, обіцяють врегулювати ситуацію за 48 годин. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально? Я думаю, цілком реально, тому що всі події, які відбуваються в місті Донецьку зараз, вони є виключно в рамках однієї чверті Октябрьської площі, на якій знаходиться будинок обласної адміністрації. І ці люди, вони, їх там не так багато, як ззовні, так і зсередини. І я думаю, що там лише таке віртуальне враження створюється. Тобто ці барикади, які є, і бочки з вогнищем, да, вони навіщо при температурі 17 градусів тепла по Цельсію, вони розжигають ці вогні. Виключно з метою створення віртуальної картинки для російських телеканалів. Тому і так, як воно і ззовні віртуальне, так і всередині воно буде виглядати віртуальним. Дякую вам дуже. Дякую. У нас вже з'явились наші спікери. Ми зараз будемо робити пряме включення на нашому стрімі, так що якщо буде бажання, долучайтесь. Добре, будемо слідкувати за новинами Донбасу.